Я прийми пес дьявола! І його ціна 800 доларів! Що ж ти слышав? О, господи, ні! Що ти там розпочався? О, чорне надзвання! Що творим, бро? Мене зовут Царкіо! Неси про срау же, просто срау же! Бери, подписайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде! Самый лучший банде на ютубе, ведь бро! Ведь отрими Суприм Банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде! Самый сильный банде на ютубе, бандит! Эй, банда, я сегодня сам снимаю видео, потому что Насти все еще нету! Ее как украл Рейки, ее все еще не было! Это просто 6 банды, я уже не знаю, что делать! А черт! Я что-то слышал, Суприм Банда, я кого-то там слышал. Эй, это кто? Настя, это ты чёрт? Я очень рад, что ты вернулась от Дрейка. Ты смогла спастись, это просто жесть. О, чёрт, Банда, в этой виде Настя вернулась. Окей, Настя, тем не менее, мы сегодня покупаем Даркнете собаку, ты со мной? Уже? Да. Я еще от прошлого не отошла. Но Настя, нужно снять уже поскорее это видео, я уже реально хочу купить Даркнете, тем более, что Суприм Банда просит. Эй, Банда, да, вам не послышалось, мы реально сегодня покупаем собаку с Даркнета. Только вдумайтесь в это, живое существо с Даркнета. Ранее уже покупал живую девушку с Даркнета, живого клоуна, убийцу с Даркнета. А также мы еще покупали дом и телефон с Даркнета. Это была жесть, Банда. Надеюсь, вы помните, что тогда было, я просто был в таком шоке. Оказывается, в Даркнете есть специальные сайты, где продаются живые существа. Только вдумайтесь, девушка для отношений, живая собака, живой питомец. Только вот остается один вопрос, какие будут эти существа, какие будут эти собаки. Потому что в прошлом видео девушки проходили просто обезбашенные. Но какие же будут собаки с Даркнета? Это реально жесть, Банда, именно сегодня мы об этом узнаем. И, Банда, знаете что, давайте так. Я буду целую неделю каждый день снимать видео о том, как я что-то покупаю в Даркнете. Только в том случае, если это видео наберет 15 тысяч лайков. Давайте, Банда, не опускайтесь ниже, жмите со царский лайк. 15 тысяч лайков на этом видео я покупаю каждый день что-то с Даркнета. Но тем не менее, Банда, для того, чтобы нам что-то купить в Даркнете, нам нужно подключить VPN. Войти в турбраузер, только тогда мы сможем войти в Даркнет. Погнали! Окей, Банда, что ж, мы входим в Даркнет. Вот ноутбук, через который мы будем входить. Вы помните его. Что ж, а вот наш любимый сайт в Даркнете, где продаются разные существа. Как вы видите, Банда, здесь реально жесть. Мы можем купить самую живую собаку в Даркнете. А также еще здесь даже можно купить кота, Банда. Только вдумайтесь, самого живого кота. Знаете что, давайте так, на это видео 10 тысяч лайк, и мы покупаем живого кота с Даркнета. Только вдумайтесь, если придет какой-то свинг с фараона. Но тем не менее, Банда, не отходим от темы. Мы сегодня покупаем живую собаку с Даркнета. И мы уже на этом сайте. Собаки, которые хотят любви. О, вот это название у сайта реально странное. Если вы можете купить собаку, которая будет всегда с вами. Главное, играйте с ней часто, то она может разослиться. Окей, это уже странное описание для сайта. Потому что, как мы помним, когда мы покупали клоуна, он был реально какой-то ненормальный. И в описании сайта тоже это писалось. Окей, если здесь пишет, что собака может разослиться, значит она реально может разослиться. Это жесть, Банда, что если нам придет реально какой-то монстр, мне прям это не поверится, Банда. Окей, что ж, давайте посмотрим, каких собак нам здесь предлагают. Итак, как я вижу по картинкам, здесь реально странные собаки, ну реально собаки из Даркнета. Жуткий пес, первый пес, который здесь есть. 1500 долларов, это очень дорого, Банда. Просто посмотрите, как он выглядит, Настя, ты это видишь? Он реально какой-то жесть, как будто он чем-то болен, а его глаза не белые, как у демона. Окей, что ж, его мы точно отбросим, посмотрим, что здесь еще. Любимый пес дьявола, его цена 800 долларов. Если посмотреть, здесь это самый дешевый пес. Окей, что ж, это вам поставим под вопросом, возможно, мы купим именно его, потому что он самый дешевый. Окей, Банда, и третья собака, самая уродливая собака в мире. Цена 4360 долларов. Это 6, Банда, это огромные деньги для таких собак. Вы просто посмотрите на нее, она реально какая-то странная. Я не буду называть ее уродливой, она более-менее красивая, но вот ее форма тела, она реально странная. Окей, Банда, ее мы точно отбрасываем. Я не готов увидеть такое вживую. И четвертая собака... Здесь нету названия, Банда, здесь просто написана цена. Да еще цена на английском. 5000 долларов. Ого, это реально 6, Банда, это реально огромные деньги. Я не готова дать 5000 долларов за эту собаку. Черт, на вид она такая жуткая, это просто 6. Скорее всего, что это какая-то самая зловещая собака, которая только может быть. Просто стоит целых 5000 долларов. А по фотографии просто уже вызывает какой-то нервный тик. Окей, что ж, Настя, какая из этих собак тебе больше всего не нравится? Не нравится первая. Да, жуткий пес, он реально странный. Его белые глаза, как у демона. Окей, я предлагаю посмотреть собаку, любимый пес дьявола. Вдруг это реально была собака дьявола, только вдумайтесь в это, Банда. Окей, что ж, я перехожу на страницу этой собаки. Окей, вот эта собака, мы зашли на ее страницу. Просто посмотрите, какая у нее стрёмная фотография. Это жесть. Ее как будто всю жизнь питали чем-то. Или же ее очень сильно ударило электричеством. Это жесть, Банда. Окей, любимая собака дьявола, цена 800 долларов. Целых 800 долларов. Это огромные деньги. Почти 1000 долларов, Банда. И на форуме у нее аж 5 целых звезд, только вдумайте, насколько эта собака популярная. 5 звезд, Банда. Окей, здесь еще есть описание к этой собаке. Вы получите собаку, которая будет любить вас каждый раз, когда видит. Черт, это интересно. Собака, которая будет меня любить каждый раз, когда видит. Надеюсь, у нее будет хорошая любовь.
либо не какая-то злая. Окей, здесь написано, что эта собака есть в наличии, то есть можем запросто ее купить. Не знали, стоит ее покупать, потому что по фотографии она очень страшная. А что если придет такое же чудовище, как и на фотографии? Что ж, я не знаю, что делать, но это жесть, панда. Окей, нужно подумать, Настя, что ты скажешь, покупать эту собаку или нет? Да, покупай. Думаешь, на того стоит, чтобы купить эту собаку, любимую собаку дьявола? Да, интересно же. Да ладно, так уж и быть, я куплю эту собаку, панда, только ради вас и ради того, что ее хочет увидеть Настя. Мне самому интересно увидеть, как же выглядит эта живая собака. Я оплачиваю картой эту покупку. Окей, что ж, оплатить. Ты купил ее, а что если это реально собака дьявола? Я сам не знаю, что только что сделаю, панда, но я реально заказал эту живую собаку с Даркнета. Только вдумайтесь в это, мы покупаем живую собаку с Даркнета, панда. Я прям все еще не верю, что в Даркнете можно реально покупать такие страшные покупки. Тем не менее, панда, мы ждем, когда же нам придет эта собака. Окей, панда, подумай, только мы купили живую собаку в Даркнете. Я реально уже все оплатил. Настя, ты как думаешь, какая она будет? Я не знаю, думаю, страшная такая. Да, это может быть. Окей, панда, там кто-то случится, Настя, ты слышишь, там реально кто-то случится? Да, я слышала. Окей, панда, нужно пойти посмотреть, кто там, что если это уже пришла собака из Даркнета. Черт, вы знали, как я волнуюсь. Окей, панда, вы не поверите, нам пришла какая-то коробка, просто посмотрите на нее. Это просто жесть, Настя, ты это видишь? Да, капец. Да, черт, интересно, только как его внесли, если дверь была закрыта изнутри. Окей, панда, тем не менее, я не знаю, что в этой коробке, скорее всего, что это должна быть эта собака или как там ее. Глянь, там есть какое-то отверстие. Эй, там кто-нибудь есть? Черт, нужно как-то сильнее рассмотреть. Эй! Сю-сю-сю-сю-сю! О, господи, вы это видели, панда? Это просто жесть! Она только что двинулась, Настя, ты это видела? Я видела! Это просто жесть, господи, там реально что-то есть похоже! Окей, панда, это просто жесть, нам похоже реально есть какая-то собака! Нам похоже реально с Даркнета прислали живую собаку, только вдумайтесь, это панда! Эй, собачка, ты там? Сю-сю-сю-сю-сю! О, господи, вы это видите, панда, она реально шатается, посмотрите на это! О, господи, там реально есть какая-то собака, черт! Чего не видно, там кто-то есть, эй, собачка! Сю-сю-сю! Я на все возвращаемся в дом, нужно сначала сюда придумать, а потом уже его открывать! Окей, я не знаю, что делать, мне кажется, она очень злая, панда, видели ее? А что если у нее сказ? Тогда нам капец! Да, это реально жесть, панда, что если у нас набросится? Я не хочу точно умирать еще, это просто жесть! Окей! Она выйдет, Настя! Чёрт, а что если она уже выбралась с той коробки? Окей, панда, кажется, у нас огромные проблемы. Собака, похоже, сама выбралась с этой коробки. Это просто жесть. Господи, что дальше делать, Настя? Я не знаю. Чёрт, я что-то слышал. О, господи, нет! Чёрт, она выбралась, Настя! Настя, стой тихо. Чёрт. Это просто жесть. Чёрт. Господи, Серёжа, аккуратно, не высовывайся. Она реально живой в этом виде. Это реальная собака, панда. Просто посмотрите на это. Чёрт. Господи, она живая, банда, посмотрите на нее. Черт, нужно выключить свет, чтобы она меня не заметила. Это жесть, вы это видите, банда, это же живая собака, Настя, ты это видишь? Да, я вижу, господи, она страшная. Господи, посмотрите на нее, что происходит. Ой, ебана, забежала, быстрее! Настя, сюда! Быстрее, Настя, забегай! Черт, это просто жесть, господи! Ты это видел, там реально была какая-то собака! Да. Да мне кажется, что это вообще была не какая-то собака, это был какой-то монстр! Вы просто видели, какая она огромная, черт! А ее бог, он реально огромный, это просто жесть! Черт, бана, тем не менее, она у меня дома, я не знаю, что делать! Окей, нужно посмотреть, что она там делает, ты согласна? Да, я согласна! Окей, черт! О, господи, ты не поверишь, она закрыла дверь в ту комнату. Черт, банда, вы это видите, окей, Настя, у меня есть одна идея. У меня в холодильнике есть сосиски, я могу их как-то использовать, чтобы ее как-то задобрить. Как тебе такая идея? Да, я думаю, получится. Окей, банда, теперь нужно как-то быстро дойти до холодильника, взять сосиски и прибежать назад сюда, чтобы потом как-то уже задобрить собаку, чтобы она хотя бы не хотела нас убить, а то мне кажется, что она реально нас охотится. Да. Окей, нужно тихо дверь пойти и забрать эти сосиски. Черт, она где-то там, банда, я им говорю, она реально там. Окей, что ж, нужно теперь зайти в эту комнату и забрать. Черт. Она там, вы видите, она роется в моем холодильнику, панда. Гляньте, что она вообще делает. Черт, посмотрите, она что-то ищет. Сейчас она может забрать все сосиски. Эй, сю-сю-сю-сю-сю. О, господи, черт. Кажется, она меня заметила, панда. Кажется, она меня реально заметила. Черт, посмотрите. Сюда. Господи, черт, черт, черт. Интересно, где оно там, черт, меня... О, нет, стой! О, черт, нет, пожалуйста, отстань! Господи, пожалуйста, черт! Ай! Ай, не кусай! О, господи, это просто жесть! Черт! Нет, это просто жесть, одной сосиски! Черт! О, господи, это просто жесть! Меня чуть не убило за эти сосиски! Черт! Посмотрите, вот она! О, господи, вы увидите, это просто жесть! Она такая страстная! Я думал, меня сейчас закрысет! О, господи, окей,
Это просто жесть, она здесь реально все разбросала. Посмотрите, она реально рылась в моем холодильнику. Здесь реально разбросаны вещи, сосиски лежали, гляньте, все мясо. Так, ладно, все, мне нужно тянуть, нужно уже идти к Насте. Гипотно, здесь у меня получилось. Настя, ты в это не поверишь, вот, держи, вот сосиски. Окей, банда, мой план сработал, мы забрали сосиски. Теперь нужно как-то задобрить собаку, нужно оторвать одну сосиску. Окей, банда, что ж, я пока что ее нигде не вижу. Настя уже, кстати, сорвала одну сосиску. Окей, что ж, теперь пришло время действовать моему плану. Нужно как-то ее задобрить, я не знаю, как она все еще в той комнате. Окей, Настя, давай такой план. Ты сиди здесь, а я пойду в другую комнату, я как-то ее позову. А ты должна будешь дать ей сосиску, чтобы она с тобой подружилась. Окей, банда, это просто же, что ж, я ухожу в другую комнату. Так, она где-то там, банда. Черт, это реально жесть, я все еще в это не верю. Мы реально купили живую собаку с Даркнета. О, господи, окей, я буду где-то здесь. Эй, собачка, я тут, сю, иди сюда, если не боишься. О, господи, банда, вы это видите, она реально живое. Это вообще собака или монстр? Черт, просто посмотрите на это. Глядя, она что-то грызет. Она что, пытается нагрызть себе руку? Черт, посмотрите. У нее там наручники, ее кто-то держал в плену. Это просто жесть, это такая опасная собака. А что, если это реально собака дьявола, господи? Черт, это жесть, банда, я не знаю, что делать. Настя, ну почему же ты тянешь, давай быстрее? О, господи, просто посмотрите на это чудовище, стой. Черт, это жесть, банда, она чуть не сюда не пришла. Это просто жесть, супербанда, я в шоке, то, что я вижу. Господи, там реально живая собака. Господи, нужно как-то прибежать к Насте. О, черт, нет, господи. А, черт. Господи, Настя, почему ты тянешь? Ты видел, какая она страшная. Так, видел, это просто жесть, но это не видел, то банда, что ты должна была с ней сдружиться. Она чуть ли на меня не напала, она меня чуть ли не заметила. Извини, я не смогла. Окей, банда, мне прям это не верится, мы реально сейчас будем как-то пытаться приручить этого дикого пса. О, господи, окей. Черт! Она где-то там на сидорка тихо. О, господи, она на меня чуть-чуть только что не напала, ее уже где-то здесь нету. Интересно, только где она? Эй! Господи, окей, там нету, банда, это просто жесть. Окей, интересно, где она, Настя? Давай работаем. Черт! Эй, собачка! Собачка, ты здесь? Эй, Настя, аккуратнее, не подходи близко! Черт! О, господи, банда, он вышел! О, черт, он не такой плохой, как кажется! Иди ко мне! Иди на! Черт, да, я вижу, Настя, он реально хороший, только будь аккуратней. О, черт, нет, отстань, господи, Настя, убегай! Господи, Настя, она на тебя просто набросилась! Но я очень испугалась! Да, я сам очень сильно испугался, на тебя набросился этот монстр! О, господи, хоть меня сюда не пришел! Это просто жесть, Настя, что с ним дальше делать? Я не знаю. Я тоже не знаю, окей, нужно его как-то заманить в какую-то ловушку, где-то на стоме закрыть, а своим потом убежать. Окей, у меня есть идея. Окей, банда, у меня появилась одна идея, что если взять сосисок и выложить вот здесь дорожку, с той комнаты в ванную, тогда он войдет в ванну, и мы сможем его там закрыть. То есть это проблема. Настя оставила сосиски там, в той ванной, теперь нужно как-то туда пойти и забрать ее. Окей, Настя, давай будем идти, только тихо, господи, пожалуйста, тихо иди. Окей, банда, кажется, никого нет. Черт, окей, ну что, окей, забирай скорее. Тише, господи, окей. Катя, нас не услышал. Возвращаемся назад, быстрее. Окей, банда, если из этих сосисок взять, выложить вот здесь вот такую вот дорожку, он забежит в эту ванную, после чего мы просто закроем дверь в этой ванной, и все, там останется навсегда. То есть я так надеюсь, что там останется навсегда. Но мы за это время тоже должны успеть убежать из этого дома. Окей, Настя, ну что, ты готова? Да, я готова. Что ж, тогда держи камеру. Теперь нужно тихо разложить все эти сосиски. Господи, он там. Последняя сосиска, после чего я думаю, что я должен забежать хотя бы за этой упаковкой. Окей, вроде бы все готово, пришло действовать теперь нашему плану. Господи, хоть бы все сработало. Вы просто посмотрите, как это выглядит. Огромная дорожка из сосисок. Надеюсь, это сработает, супер банда, он реально сюда прибежит, господи. Я раньше еще никогда такого не делал. Настя, ну что, ты готова? Да, я готова. Что, теперь остается только одно, звать его. Эй, собачка, собачка, иди ко мне. Сю. Господи, банда, посмотрите, он снова выбежал. Настя, она стекается, он клюнул, посмотри. Он идет все дальше и дальше. Вы посмотрите на это, банда. Господи, это реально сработало. Чего? Гляньте, какой он страшный. О, черт! Окей, Настя, скорее убегай! Эй, Настя, бежи, мне пропал, мне одна, с твоей шикарной, пока! Скорее, Настя, убегаем, это просто жесть!